Так, особь женского пола, возраст около 18-20 лет. Чтобы усыпить ее, нужно ввести 6-кратную дозу дилаудида. Температура тела 106 по Фаренгейту, пульс 200 ударов в минуту, дыхание учащенное. P02 300% от нормы. Зрачки полностью расширены. Не реагируют на свет. Сильная реакция на воздействие ультрафиолета. Симптомы и анализ образцов ткани указывают на наличие вируса KV. Испытание вакцины. Серия GA, сыворотка 391, состав 6. Испытание на человеке. Дыхание замедлилось. Пульс 190. Температура 105. 104. И понижается. Определенно есть эффект. Серия GA, сыворотка 391, состав 6, не подходит для человека.